Всем привет, с вами Маша. И сегодня 2 сентября, у нас линейка. Думаю, у большинства школ тоже была сегодня, потому что почти у всех блогеров в вопросах в Инстаграме 11%, не знаю, почему-то у всех блогеров из разных стилей, с разным количеством подписчиков, 89% линейки 2 и 11 1. Так что я думаю, что у большинства тоже, и я думаю, у тех, кто меня смотрит, тем более линейка 2 числа. Ну, в общем, поздравляю всех. Так, не думаю, что это какой-то сильно важный праздник, но, в общем-то, всех с началом нового учебного года. Итак, в этом видео я хочу вам показать свои рюкзаки. Прошлогодний рюкзак, я с ним буду ходить, у меня будет два рюкзака, потому что у нас будет разное количество учебников, какие-то дни будут с этим ходить, какие-то с другим, ну и вообще два рюкзака будет, мне кажется, удобнее. Итак, начнем мы, наверное, со старого рюкзачка. Вот мой старый рюкзак, я не знаю, если я найду эту фотку в интернете, я ее сюда вот ставлю, вот. Если нет, то извините. Так, вот. Это рюкзак фирмы Caterpillar. CAT сокращенно. Думаю, многие знают эту фирму американскую. Есть такие эти, как тракторы или... короче, какие-то экскаваторы я такие, по-моему, видела. Вот. Такой у меня рюкзак. Состоит он из трех отделений. У него такая дышечная спинка и лямки. Он в трех цветах, он должен был быть фиолетовый, ну, как бы на картинке фиолетовый, но пришел как розовый. То есть тут розовый, серый и черный цвета. С ним я уже хожу 2 года, он очень удобный. Вот такая у него толстая ручка, за которую держать. Вот такого он размера, ну, не знаю, как он. Не знаю его параметры. В принципе, можно их померить. Новый рюкзак будет меньше. Заказывали мы его через интернет. Ну, я примерно померяю. 35 он в ширину. В высоту 49. Ну, 50 я так мерю просто. И, ну, короче, 50 на 30 он... Не знаю, что там еще в параметрах можно мерить. А, ну вот это вот. Вот это вот, да. Вот тут вот 15. У него два по бокам кармашка сеточки, куда можно ставить воду. Но я в основном сюда складываю либо мусор, либо в другой карман зонт, потому что у меня есть такая штука, это чтобы расширять, если у вас много, расстегнуть. И я вот под нее цепляю зонтик и вот сюда ставлю. Вот кроме рюкзак, там еще ничего нет. Я его буду только собирать, то я, наверное, возьму новый, потому что... Смысл мне старый брать, если у меня учебников в первый день будет мало. Вот внутри он выглядит вот так вот. Вот тут такая штука, чтобы цеплять ключи. Вот тут у меня два отделения для ручек. Не знаю, зачем они. Просто этот рюкзак как бы идет не то чтобы как школьный, а как какой-то там стилен для ног. В общем, и... Я сюда в прошлом году клала либо не пишущие ручки, потом стала класть сюда одну ручку-карандаш резервную, если я забуду пенал или еще что-нибудь. А вот. Тут у меня сердечко, я сюда обычно антисептик, бумажные платочки. Ну, в общем, тут всякое такое, там ключи валяются, бумажные платочки, это бумажки для записи. Короче, все-все вот в этом кармане валяется. Второй карман, он без всяких отделений. Сейчас вот так открою. Вот, просто глубокий вот такой вот карман. Вот так он по локоть у меня туда входит. Сейчас я расстегну эти штуки. Вот. Просто карман без каких-либо отделений. Здесь у меня всегда лежат учебники. То есть все абсолютно учебники я складываю в этот карман. Не думаю, что тут что-то есть интересное, чтобы показать. И последний карман, он как бы самый большой. Он состоит из двух отделений. Одно вот такое и одно вот такое с липучкой для ноутбука. Вот так вот. И вот сюда кладется ноутбук. Но как бы сюда я кладу папку для тетради в отделение для ноутбука. А
в это отделение я кладу, там, не знаю, сменку, ну, то есть мешок для обуви, если он влезает, ланчбокс, еще пенал, там, не знаю, все, что мне нужно, все, что еще остается для школы, спортивная форма иногда, ну, когда есть физкультура по тем дням. Короче, все вот в эту часть идет. В общем, он очень вместительный, большой, удобный. Если в старшей школе так вообще, когда много учебников, уроков и так далее, то вообще классный рюкзак для нее. Стоит он, по-моему, 3 с чем-то тысячи. Короче, я все найду. Так, у меня вот от фирмы Свисвин. Вот у меня еще в пакете. А мы его тоже заказывали на сайте Рюкзакит. Называется сайт, я попробую оставить ссылочку в описании. 2150 он стоил по акции. Вот. Он абсолютно новый. Тут есть какие-то свисвин написано, всякие бирочки еще не отрезанные даже. Этот рюкзак голубого цвета. Вот видите, он такой приплюснутый, потому что я с ним не ходила никуда. То есть с тем я так 2 года отходила. Мы его просто постирали. У этого рюкзака уже чисто 2 отделения. Он маленький. Но у него тоже такая же черная дышащая спинка. И вот такие лямочки. Рюкзак голубой, снизу сиреневого цвета. Не знаю, может вам осветляет немного камера. Или такой же, ну, в общем, как-то так. Тоже вот такая у него ручка есть. Открываем. И, ну, и тут есть у нас гидрогель, скажите. Да, гидрогель. И также тут есть отделение для ноутбука, но оно как бы идет вот просто вот так вот. То есть у него нет никакой липучки. И вот это вот отделенье. И тут кармашек вот такой вот идет. Тут тоже ничего в нем нет, как бы никаких дополнительных отделений. То есть он, конечно, большой довольно, в него много влезет, но он классненький, дышащая спинка. И давайте померим его параметры. Фирма, еще раз скажу, Свисвин. Он 40 сантиметров в высоту, то есть он ниже этого, да, получается у нас. Ну да, он ниже. А в ширине, мне кажется, ну вот в этой ширине он также. У него нет никаких кармашков под боком вообще. Тут он тоже 30, как и тот рюкзак. По крайней мере, он будет приплюснутый. Он тоже как бы идет как прогулочный рюкзак или погодный. Тут можно ведь очки повесить. Вот такие штуки, не знаю, вот. Ну, рюкзачок, конечно, красивый, классный. В общем, фотку прикреплять его не буду. Оставлю ссылку на сайт и так далее. Ну, что я вам обещала. В общем, вы ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. И всем пока-пока. Это были мои рюкзачки.